Всем привет, с вами снова Ракнекушка, и мы начинаем проходить игру Dead Cells. Игра мне очень сильно напоминает Castlevania Symphony of the Night, которую я параллельно прохожу. Ну, естественно, графика немного получше, но с другой стороны, это инди-игра. Все-таки в некоторых моментах она, думаю, уступать будет. Я видел, по-моему, начало этой игры у кого-то давно. Вот. Так что не совсем знаю, о чем игра. Но каждый раз после смерти мы будем начинать в этой комнате и проходить заново всю локацию. Итак, давайте, поехали. Будем умирать сегодня. Двойной прыжок сразу есть. А в Кастельвании надо было заработать. Так, R1. Ну вот, даже дверцы практически так же работают. Игра находится в раннем доступе. Ну, разговор о том, то, что типа у меня нет языка. Такое ощущение, как будто она по-японски говорит, но думаю, это не так. Так, секунду. Только сделать надо. Ага. Все, продолжаем. Так. Ух. Так, лук. 100 ДПС. Хорошо. Щит. А, мы типа выбираем между щитом и луком. Ну давайте лук вначале, пускай я лучников не люблю. А он типа автоматом наводится, что ли? Или мне так повезло? Так. Что-то зарабатываем. А чё стрелы так возвращаются? Прикольно. Оу. Ладно. Заберем лут. Слушайте, а прикольно. Мне нравится принц Персии прямо. Оу. Блин. А вот и моя смерть, походу. Что-то я вообще протупил, надо было их просто бить. Что это такое? Аметист. Однако золотишко. А спуститься как-нибудь? Может, тут какая-то руна? Оу. Секретики. Так, а я там был? Вроде нет. Ну, пока что, будучи лучником, у меня лучше это получается все. А это прикольно. Блин, найти бы способ, как хилиться. Мне бы это пригодилось. Надеюсь, музыка не очень громкая. А то есть подозрение, что громкое. Вы это видели? Профессионально. Так. Оу! Знаете... Я вначале подумал, что он какой-то там гипермощный. Оказалось, нет. Так, чертеж кровавой бани. Ну и типа меч такой, да? Будем открывать как быдло. Двери. Слушайте, а так-то прикольненько. Че такое? Оу.
Окей, какое-то усиление. Так, 15% урона красным объектам. 15% урона ту... Что такое Mouth Object? Таким, может, синим объектом? Или зеленым объектом? Давайте зеленым, там скелетики были довольно-таки суровые. Здесь, в отличие от Кастельвании, хотя бы я не получаю урона, когда стою рядом с противником. Я бы сказал, это неплохо. Что это такое? Видимо, со временем я научусь это все делать. Ну, окей. Так, ну пока гигантской проблемы нет. Кроме того момента, что меня могут в любой момент убить. И мне придется заново начинать, и все, что я накопил, уйдет никуда. О, а вот и портал. Здесь каждый раз заново генерируется карта, и это круто. Оу! Прикиньте, еще уровень. Так. Но меня зеленые больше всего напрягают, так что давайте зеленые прокачивать. Что это такое? Оу. Блин. Мне бы где-нибудь похилиться, что ли? Что это такое? Торговец? Что тебе надо? Вот дуйни, ды. Так, это парирование, это... О! Слушайте, а магия это прикольно. Давайте магию возьмем. А здесь вообще какая-то граната. Типа Hadouken. Прикольно. Еще портал. А что-то недавно уже был один. Что-то куда-то дальше проход. Оу. Привет. Прикольно. То есть, по сути, мы можем целые вот эти вот, которые зарабатываем, тратить и что-то получать с этого. Вот. Теперь у нас есть хилка. Да, у нас есть хилка. Круто. Сохранять золото. Но у нас целого больше нету. Окей. L1, значит. Хилиться всегда в пользу, тем более я не нашел способа, как еще это делать. Привет. Так, стоп. Секретная ковка. Но для этого золото нужно. А я потратил все золото. То есть... Ага. Ну окей. А вот что за элки? А там что? Может, гранат надо было поднять? Что-то мне кажется, я немного... Фиганулся. Мутация, возможно. Ага. Вот это прикольно. Так. ПВ. Что такое ПВ? КП, может? Сейф. Ага. Но это спасает от смерти. И по один раз. Наверное, пригодится. Я надеюсь, не перепутал, что он сказал. А, во.
А теперь мы хп восстановили, круто. Ну, пока что норм. Итак, сейчас новые локации меня просто изничтожают. Так, там ничего, что-то не видно. Что-то какая-то мутная водица. Кстати, я что-то этот... насколько продвинута игра? Не то. С водицей что-то произошло. Прикиньте. Так я не понял, что это дает. Фиг его знает. Слушайте, а так-то полезно. Однако. Хе-хе-хе-хе. Еще и золото заработал. Блин. Сволочи. Интересно, к чему стремиться надо. Я еще ни одного босса не видел, к примеру. Что это такое? Так, это... дверь закрыта на что? На 3 минуты 22 секунды? А, заблокировалась 3 минуты 26 секунд назад. Ясно. То есть, типа, мне нужно было торопиться, чтобы ее разблокировать. Вау. Блин. Тормознул ты я. What? Что-то новенькое. А кто это делает? Сволочи. Не, ну слушайте, это прикольно. Реально заморозка помогает. Я даже не жалею, что ее купил. Спартанские сандали. Какая-то руна. Как тебе использовать? А что это дает? Ладно, видимо, потом как-то. Здесь даже лифты так же ездят, как в Кастельвании, то есть опасно. Ёптыш. Перекатываться, да? Е-е-е. О, привет, торговец. Слушай, а тебе что-то продать можно или нет? А, ну да, нечего же продавать. Так, что у тебя тут есть? Какое-то заклинание? Нарезатель орехов? А, ломатель орехов. Щелкунчик? Ясно. Что-то типа этого. Окей. Я пока что не понимаю, куда мне идти. Пойдем, куда пойдет. Так, Twin Daggers. ДПС больше. Круто. Бля, еще что-то метают, офигеть. Вау. Я что-то не посмотрел, а второй что было. Но я, как обычно, внимательный. Какая-то дверка. Блин.
Ну смотрите, тоже синяя дверь, как в Кастельвании, не открывается, пока, видимо, не найдешь ключ, что ли. Оу! Нет, окей. Немного по-другому. Ну да, что-то непонятное с ними. Либо это для прикола сделано. Что это? Ты издеваешься? Вау! Неизвестный артефакт. Это что-то было опасно. Вайн рун. Вайн это эти. Ну, плющ? Нет, не плющ. Лианы. Ну, короче, вот что-то растительное. А значит, я, видимо, вот этим смогу воспользоваться. Было бы неплохо. Вау. Прикольно. Так, а где я еще такие видел? Вот тут. Интересно, они пропадают, если я, типа, погибаю? Блин, так уже погибать не хочется. Так, внизу вот эта вот хрень, да? А что, я нормально смогу спуститься? Вроде смогу. Ха! Стелс! Ну, не стелс этот, рога стайл. Е. Ой, блин! Они и так умеют, охренеть. Держать. Ну, в принципе, неплохо. Так, там внизу эти штуки. Не хочу их трогать. Не хочу их трогать. Блин, уже столько мест открыли. Ой, ёпта ж! О, я в своем стиле, я еще хп потерял, да? Какая-то тактика. Так. Одно выбрать, против красных, либо против синих. Давайте против красных. Глубоко спускаемся. Мне пока что нравится. Прикольно. Еще какой-то секрет нашли. Я только пока что цель не понимаю, какая. То есть хп не вижу. У врагов. Так. Черт, меня чуть не убили. О! Было близко. Меня спасла эта одна запасная жизнь, которую я получил до этого. А, что, ошейник заключенного? А чем мне давал? Блин, где бы хп достать? Я же сдохну так. Что-то там какой-то усиленный моб был, я их не замечаю. В этом проблема. О,
20 хп, 20 хп. Дайте жизни. Так. Ой, ёптыш! Нет! Допустил большую ошибку, не стал скелет добивать. Подумал, что, типа, убью другую цель. Привет. Не, мы не повеселились. Так, окей, а что у нас теперь? О, хилка есть. Апгрейды все пропали. Фигово. Что сказать? Блин. Туда просто так не попаду. Блин, у меня теперь заморозки нет. Фигово, блин. Ладно. Пока что норм все. Пока что. Хорошее слово. Оу. А че это? А. Хилк, типа. Где ж ты до этого-то была? Хм. Какой-то апгрейд есть. Ну да, надо на зеленых сосредотачиваться. Во, все, я заметил. Еще зеленый мне хп повышает. Наверное. А красный урон. Я не уверен, что я увеличиваю урон по зеленым, красным и синим существам. Сдается мне, я увеличиваю что-то другое. Надо бы повнимательнее прочитать. Да нет. Плюс 15% damage to green object. Ну да. То есть, наверное, оно типа дополнительные способности делает. О, какой-то предметик. Да, блин. Прикиньте, гранаты, они оказываются в этом. Да, и не ресторы. Ресторы имеют. Что-то в прошлый раз я зря пропустил. Блин, а жизни нет. Так, можем? О, можем, отлично. Механизм какой-то держит дверь закрытой. Какой механизм? Эй! Сволочь? А, привет, Персей. Урон пушки? Но, типа, общий урон. Но я, наверное, тебя правильно понял. То есть, по сути, я выбираю, каким существам урона больше наносить или нет. Или у нас меч красный, поэтому нужно апать красный цвет, чтобы наносить больше урона. Это что, капкан? За 10 тысяч! А у меня сколько? Ага. Когда-нибудь... А, не, подожди, какой 10 тысяч? Тысяча? Давайте возьмем. Чё-то я один нолик. Двоится в глазах все. Это что такое?
электрических лыс. Наверное, тоже прикольно. Так я... Все кнопки, наверное, перебрал. Так, хорошо. Надо запомнить, что у меня есть и как это работает. Так, чё-то мне это не нравится. Да что ж такое? Ага, все, я понял. У меня меч красный, значит, мне нужно грейдить красный цвет. Все, спасибо. Просто про пушки разных цветов я еще не понял. Так, золото сохранять я не хочу пока что. Что это? Трансформирует золото. А, типа я ношу предмет, не беру его, получаю за него 15% золота? Или как? Ну, мне кровавая баня, наверное, нужна. Так. Ну... Рандомный лук нет, щит нет. Хилка? Хилка дорого стоит. Ну, давайте в золото вкинем, что ли. Все равно мне на что не хватает. Оу. Стоп, у него ДПС меньше. А в чем прикол? А. Окей. Так, трансформация есть? Зеленые шипы. А, ну вот, ловушка, к примеру, у меня этот капкан, вот зеленый. Ну окей, я понял, мне нужно красный качать. Так будет лучше. Учитывая, что в мили дерусь. Окей. Так, мы снова тут. Мама. Так, ну давайте вниз, что ли. Глянем. Чё почём. Блин, на 2 минуты не успел. Надо запомнить, что здесь такая дверь, хотя я навряд ли, что я быстро смогу сюда добраться. Оу. Слушайте, а он мощный. А у него урон там был написан с одной стрелы или типа с двух? Так. Эй! Да не хватало, чтобы ты меня сейчас убил. Я забыл, что у меня заморозки нет. Я даже не знал, как они атакуют. Я их сразу же замораживал. Блин. Как все фигово-то прошло. Их меч не особо останавливает. Окей. То бишь красный получается. Хорошо. Так, что с тобой-то? Хм-хм.
Блин, фигово, что капкан вроде как урон не наносит. Плюс еще их там что-то бафает внизу. О, ёптыш! Все, мне жопа. Так, запасная жизнь меня спасла. Капец. Вообще неожиданно было. Хотя в такой игре, наверное, торопиться не надо. Денег нет. Так, есть снова капкан, который мне нафиг не нужен. Есть дагер. Так, а он куда употребляется? Блин. Мне лук больше нравится. А чё по ДПС? Мне реально лук больше нравится. Хотя этот автоматически наводится на ближайших врагов. Не, оставим лук. А капкан тот же самый? Нет, лучше. Круто. Бля, а что интересно, это кровотечение настакивает. То есть понятно, что это кровавый меч все это делает? Типа больше урона? Я как-то не очень понял при описании. Блин, что-то с этими парнями, не хочу я сталкиваться. Который с двумя клинками, без заморозки, что-то я не придумал способа. Убить их. Так, что с вами делать-то? Сейчас ударят. А, после этого заморозка срабатывает. Это, кстати, неплохо. Блин. Что ж делать? Опять хп нету. Не учусь я на своих ошибках. А тут еще где-нибудь усиленный моб будет. Что такое? Тоже способность надо приобрести. Прикольно. Хорошо. Интересно, это способность тут или на другой локации? Как бы не пропустить. Хотя, я думаю, игра не позволит пропустить. Черт. Черт! А тут раньше это было?
Интересно, мы что такое? То есть это какая-то хрень, которая вселяется в доспех. О, там мой меч и фляска. Ну, типа хилк. А это как-то можно тут забрать? Или это показывает, что мы купить успели? Нифига тут способностей будет. То есть это все, чего я достиг. Или нет? Способность. Третья игра. Окей. Че это? Че-то потом откроется, видимо. Так, уже идеальное начало. Так. Что же тут спрятано-то у вас? Может реально купить способность, чтобы золото оставалось? Может когда-нибудь пригодится? Что у него за звездочка? Мне это не нравится. Блин. Какой-то мощный тип. А, у него левелап был? Прикольно. Так, значит, звездочка это что-то хорошее, хорошо? Что это? Что за стрелка? Это что-то странное было. Куда ж я иду-то? О, это заморозка, да? Супер. Да. Она, конечно, против мощных противников мне не поможет, но с теми парнями, которые два клинка имеют, самое то. Так, хорошо. Отлично. Даже. Так, это что-то другое. Что-то я все не... умудряюсь не посмотреть, после падения хп там вообще отнимается. Так, окей, сохранение золота. Что тут следующее? Ну, допустим, вот это не очень дорого стоит.
за пару заходов сможем накопить. Но если я выживу в следующей локации, то может быть и не за пару заходов. Знаете что? Может быть по 2 хп после смерти противника лучше взять? Заморозка даже боссов станет? Блин, круто. Но не зря я подумал, что это крутая вещь. Она урон наносит? Вот это я не заметил. Типа она настолько мне понравилась, что я даже не заметил это. Это что? Анимация у нее прикольная. Так, а что за руна-то тебе нужна? А может она мне нужнее? Ты не думал? Морозный луч. Морозного луча я еще не находил. 20 секунд! А, 1 минута и 20 секунд. Ну окей. Я уж хотел сказать, какого хрена. Так, заморозка есть, не забываем. Не забываем. Это важно. Факел. Бесцветный. Но типа волшебная палочка, что ли, какая-то? Типа выстреливает стрелы перед тобой. А. Ай, блин! Ну ладно, это было не смертельно, слава богу. Так, я должен был посмотреть, регенится ли хп. Yes, супер, блин! Это, наверное, полезнее будет в некоторых моментах. Чем повторная жизнь. Так, что ж с тобой сделать-то? А лед урон наносит. Ау. Байт. А, блайт. Блин, тут ты издеваешься. Это вообще неожиданно было. Блин, мощная хрень, зря я к ней полез. Е-е-е, золото. Много? В принципе, неплохо. Они еще местами меняются. Все забываю, что когда сижу, могу стрелять. Так, механизм нужен. Какой? Неизвестно. Ледяной лук. Ледяной лук, наверное, тоже замораживает. О. Thank you.
Так, а там что-то проблемы, судя по всему. Блин, я думал достану. А что? Да, это большие причем проблемы. Блин, нравится мне вот такая тематика игр. Вот и, а именно 2D-шная даже. То есть Castlevania. Мне заходит вот эта игра тем более. Круто. Че это такое? О, это турель. Супер. А, блин. Ладно. Моя ошибка. Я слишком засмотрелся на турель. Так, кровавый меч, два клинка. Чё по DPS? Нам, блин, чуть-чуть не хватает. Ну, окей. Может, вернемся. Она даже кровотечение накидывает. Прикольно. Типа они фиолетовые. А фиолетовые и зеленые, это значит, то есть прокачивая что-то из этого, я повышаю урон от второго. Прикольно. Так. А, я еще должен рядом стоять. Ну окей. Хотя вон что-то треугольник изменился, когда я фиолетовый прокачал. Типа больше зависит от фиолетового теперь. Странно. О, это ж ты, да? Что с тобой? Этот бродсворд, я не помню, как правильно переводится. Палаш, что ли? И рубин. Интересненько. Так, хорошо, бродсворд. Двадцатка. А вот то, что я его прокачиваю, он где вообще появляется-то? Лук замораживает. То есть я кровавый меч прокачал, и теперь не пойму, где его получить. Окей. До сих пор ходим самым первым мечом. Но ничего, у меня зато теперь есть... Я даже не знаю, как назвать. Баллиста. Турель.
Я всегда где-то на 2 минуты не успеваю. Ракила, привет. У продавца будет появляться, да? Я думал, у него типа всегда практически одинаковые вещи появляются. Точно, я ж помогать могу. У продавца могу. Ну окей, глянем тогда у продавца. Так, хорошо. Так, а где эта кукла-то? Блин, сейчас за ней полезу, сдохну же, а? Ладно. Хрен вам. Мне вас не обязательно убивать. Но, блин, задеть смог. Окей. Аж с 2 сразу справился. Вот как вот эту вот хрень активировать? То есть я ж вижу эту руну. Так. Так, ну вот продавец, и он кровавый меч, к примеру, не продает. Или мы таким образом расширяем количество вещей, которые у него есть? А, не у этого? А какой еще продавец был? Ладно, мне надо будет повнимательнее со всеми неписями поговорить тогда. Блин! Черт вас дери, а! Что-то взял, поторопился. В начале который типа все записывает. Так, опять тороплюсь. Мне это нафиг не надо. Эй, нужен ключ. Притом что-то такое ощущение, что много ключей.
А что это там такое? Какой-то взрывной лук? Черт. Мой внутренний еврей мне этого не позволяет. О, круто. Так, я чем пользуюсь? Я фиолетовым пользуюсь. Да я в курсе, я его, видимо, уже видел. Я тогда подумал, это все, что мы добыли. Оказалось, нет. О, левел. Супер. Все-таки зеленая, она еще хп повышает. Блин, сейчас попаду. Вроде выжил. Там еще секрет нашли. Прикольно. Хо-хо-хо-хо. Не слабо. Тут у вас. Ай. Слушайте, а прикольно. Оно еще в крови так после меня. Да ну. Блин. Зря шел. Хотя несколько левелов вроде получили. Все цвета хп повышают, но, по-моему, зеленый больше хп повышает. Ну, по крайней мере, я теперь буду регенерировать 3 хп за смерть врага вместо 2. Поэтому я зеленый прокачал. Может пригодиться. А, процент разный, во. Вот это тоже возможно. Так, что ж тут правильно сделать-то? По-моему, не секрет пытался найти, но нашел кое-что лучше. Бали. Как ни странно, оказалось, что у меня еще и хилка есть. А, подожди, спартанские сандали уже были. Или я типа не донес его, чертеж? Так, окей. Это ХПшка, это урон от оружия. Ну, урон от оружия, наверное. Там что-то страшное бегает. Или нет? Это под усилением, которое? Да, под усилением. А где оригинал? Ну, не оригинал, это кукла. О, бежим! Бежим! Бежим!
Блин, ты и так умеешь, сволочь. Блин, мне нравится эта турелька. Да, пропустил руны, это которые на стенах, да? Которые надо бить. Ну ладно. Типа я невнимательный. Блин, ты чё, потом тройной прыжок, что ли, будет? Да. Окей. Но я, наверное, ты это написал не про прыжок, а про руны. Ну окей, ясно. Так, чё тут есть? Есть плетка, неплохо. Есть граната. Что ж лучше-то? Наверное, гранат получше будет. Гранат получше будет вместо ловушки. Да что ж такое? Так, безопасная игра. Так, а куда лучше? Наверное, наверх. Вы прикиньте, а я в прошлый раз не прошел уже эту локацию. Хе-хе-хе. Я наконец орбу могу потратить. Да, сандали появились. Так, щит не нужен. Лук 30-ка не хватит. Что дают? Это оружие какое-то? Офигеть. Нифига себе. Блин, это пафосно. Реально пафосно. Что с тобой можешь сделать? Давайте усилим. В чем бы и нет. Одна мутация доступна. А, теперь уже нельзя. Блин. ПВ. Это, по-моему, ХП получается. Или нет? Чаще... О, чаще скиллы мне пригодится. Я тут только что заметил, что, оказывается, карта есть. Я внимательный супер. И при том она такая же, как в Кастельване. Что? Еще раз показывай, что вдохновлялись. Автор. Я что-то вообще не обращал на этот угол внимания. Почему это? Замки — это прикольно. Надо привыкать. Меч очень медленный теперь. Наверное, с заморозкой просто разрубающий. Thank you.
А тут что-то враги как-то проще, мне кажется. Я, конечно, сейчас на карку, и появится какая-нибудь бня и убьет меня, но... Типа, это ж противники с первой локации. Во-во, я про вот это и говорил. Чё это такое? Что-то это было опасно. Надо бы поосторожнее быть. Слушайте, а кто-нибудь игру проходил? Она вообще долго? Ну, учитывая, что вы разбираетесь, наверное, проходили, я не знаю. Тут концовка-то есть. Или бесконечно. Туда-сюда ходить. Так, опоздал на 9 минут. Но не мудрено. Да, за 40 минут офигеть. Но это не мой стиль. Так, окей. В принципе, пока что неплохо. Я даже собой немного горжусь. Оу. Да, нифига себе, 4-го уровня. Да. Что-то какое-то возгорательное масло, что ли, на врагов кидает. Окей. Это было что-то необычное. Блин, не в ту сторону. Стреляй! Блин, да сколько их тут? Так, там эти парни. Так, чё ж с вами делать-то? Валим, 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 валим. Чё-то это было не очень. Не достаем, да? Окей. Я даже наверх не хочу лезть. О, что-то внизу было. Блин. Так, перекаты, значит, все-таки под них проходят. Неплохо.
Так, чё бы? Ну... Зеленый теперь урон от меча повышает. Эй, голос, что с тобой? Все хорошо. Так, внизу тоже типа у проблемы. Слушайте, а вы игру проходили? У вас какое самое любимое оружие? Может, есть какое-то вообще гипероружие? Так, foot soldier. Солдат пехотинца. Ой, солдат пехотинца. Лук пехотинца. Солдат пехотинца. Так, наверх или вниз? Наверху вроде ничего. Руны я тоже не вижу. О, портал. Черный мост. Так, что ты нам расскажешь, торговец? О, типа кританоть может, да? В ближнем. В РНЖ. Интересно. Так, что тут такого можно взять? Карманная бомба. Заблокирована. А, то есть можно две турели использовать. Прикольно. Но турели я понял вещь. Реально. Так, давайте сохранение золота сейчас подкачиваем. Я что-то не вижу другой возможности. Конечно, хилку еще можно. Что расскажете? Ну, рефорж это типа изменить модифайер или нет? Или я ошибаюсь? Рефорж это вроде перековать. Блин, могу ошибаться очень сильно причем. Так. Блин, надо вот первый раз, наверное, эту штуку брать. Хотя... Так, ну это больше ХП. Давайте больше ХП. Чуть не намного больше стало. Слушайте, а тут боссы вообще есть? Мне казалось, должны быть. Но я чуть ни одного еще не встретил. Или там в финале босс один. А, накатал. Что-то незавершенный парень какой-то. Вау-вау-вау! Это было нечестно.
Блин. Что-то у меня сейчас уработает. Блин. Блин, поздно реагирую. Офигеть. Что-то у тебя так много. Блин. Жесткий. В некоторых локациях есть лазейки на другие локации. Возможно. Блин, что-то я не то с ним делал. Но он жесткий, реально. 3000 золота. Что, ровно 3000 у меня было? Офигеть. Так, торговец, окей. Я так понял, вот этот вот. И что, и как у него купить? Ракила, это тот торговец, нет? Эй, в смысле? Нахрена ты тут есть? Эй! Странно. Не, ну в смысле, может я торговца не вижу? Торговец, где? Фиг его знает. Ладно, пойдем дальше. Тогда уж. Так, что-то вас там многовато. Так. А тут что-то ничего нет. А, нет, есть. Окей. Что-то я уж хотел расстроиться. Почему я постоянно думаю, что если прыгнусь, он по мне не попадет? И при том каждый раз я из-за этого чуть не умираю.
Так, за падение ХП не отнимаются. Все. Теперь я это посмотрел. Привет, парень. Так, тут ничего не надо. Тут вампиризм возьмем. Ну, некромантию точнее, судя по названию. Так, хорошо. Что-то там какое-то название было на латинском. Не знаю. Эготус, токсикус. Левиоса, не Левиоса. О, нифига себе, успел. Что это такое? Прикиньте. Круто. Оказывается, там очень много полезных вещей за этими дверями. Так, хорошо. Ёптыш. А у вас немноговато тут. Блин. Так, работаем через перекаты. Надо бы уже учиться. О, нифига себе, ускорение. Типа меня что-то бафнуло, да? Ненадолго, конечно. Так, хорошо. Надо бы на карту иногда поглядывать, может, что-нибудь интересное появится там. Так, ну пока что они проблем не вызывают. В прошлый раз я погиб от мощного моба, который здесь был на локации. В этот раз хотелось бы этого избежать. У нас над анимацией хорошо поработали. То есть наш персонаж разговаривать не умеет, вроде как. У него типа языка нет. Вот, но... свои мысли он неплохо показывает. И это хорошо. Вот такая вот хрень меня в прошлый раз убила, только мощная. Окей. Местный водопровод. Не сказал бы, что нравятся мне в играх водопроводы. Канализации. Так. Вы прикиньте, они вообще по мне не попали. Странный скилл появился у меня. Блин, не достаю. Что это?
Они быстрые. А у меня вообще ничего, кроме начального оружия, нет. Учусь, учусь, это хорошо. О, граната. Блин, не та кнопка. Не та кнопка. Только, блин, про скилл заговорил. И сразу же ложанулся. Так, граната. А немного ли вас там, а? Граната, это прикольно. Так, что бы лучше? ХП или... Дать ХП. Что ли? Никогда не знаешь, когда пригодится. Чё за смерть X2? Так, чё бы сделать-то такого? Хо-хо-хо. Блин. Сорвался. Что-то там мне написали, я не успел прочитать. Что-то с моим телом, оно ухудшилось. Что-то типа этого. Блин, я был слишком самонадеян. Погодите, больше 3000 не дают. Эй. Ты ж торговец, сказали, у тебя можно купить. Как? Ну блин, я ж тут все проверил. Ну блин. Че, теперь откроется? Не, видимо, это так. Часть окружения. Большая птица. А, во! Как это работает? Все, понял. А я-то думаю, что-то мне деньги не дает. Оказывается, нужно перерабатывать. А, оказывается, нужно перерабатывать. Яс. Что это такое? Ледяная бомба, круто. Круто, круто, круто. Знаете, как в спецназе вначале закинул, а потом убил. Супер. Эй, блин, а чё он так долго перезаряжается? Зато действует долго, однако. Или вся заморозка так долго действует? Читика.
Окей. Впервые такой вижу. О, турелька. У меня есть заморозка и турелька. Так, что у нас тут? Болеет. Что-то как-то слишком одаривают меня предметами. Уж чересчур часто. Так, ну замораживающая мне больше нравится, ее оставим. Так, хорошо. Вниз, да? Так. Мне местные враги не должны проблем доставлять. И хорошо было бы, если это так останется. Так, там капканчик был, он мне не нужен. О, опять что-то. В этот раз другой труп. Он мертв. Но, блин. И что с ним теперь, ничего не сделать? Может, потом какая-нибудь руна появится. Было бы неплохо. А, сохраняется определенное количество золота. Я что-то думаю, 10%, а с чего это я взял? Хилку два раза можно будет использовать. Чё ж я не прочитал-то? Я как обычно. Окей. Так, что тут можно сделать? Турельку улучшить. Так, ну давайте это последний раз. На сегодня заход. Так как у меня время что-то заканчивается уже. Надо будет идти. Так что сейчас прикладываю все усилия, чтобы не погибнуть. И погибну от первого же противника. Все как обычно. По фэншую. Так, опять не успел. Но, по сути, если, наверное, не разбираться у торговца, можно успеть. Лопата? Не, ради прикола хотя бы. Слышите, это пафосно. Это реально пафосно. Ну оно все в сторону! Я еще снаряд отбивать могу. Берегитесь, люди, у него лопата. Блин, с лопатой сейчас всех зарешаю. Я знаю. Чё продаешь?
Блин, я бы взял, если бы деньги были, но я их уже потратил. Надо было порталом воспользоваться. Чё-то я. Ну ладно. Типа прогулялись. Так, клинок не меняем. Это лучше, да? О-хо-хо! Круто! Так, а как переработать? Слушайте, эта лопата просто все убивает, все, что движется. Так. Бля, мне это слишком нравится. Так, она не имеет элемента, да? Окей. Так, что мы используем? Фиолетовое? Да, фиолетовое. Так, что-то сдается мне не то с этой мобой. Она не замораживает больше. Может, я что-то упускаю? Ох, блин. Блин, что тут делать-то, а? Но это тоже не помогает. Я вот думал, уж бомба-то поможет. А нет. Так, я, по-моему, на что-то упал. Опять не хватает способностей. Но учитывая цикличность этой игры, ее надолго должно хватить обычно. Что это такое? No oil, это... Масло, замасленный меч. Ну, я думаю, отравленный имеется в виду. Может, это какое-то выражение такое. Так, а если дальше пройти, что будет? Ага, дальше нужна эта штука, да? Который позволяет телепортиться. Ясно. Но, в принципе, локации относительно друг с другом связаны, можно запомнить. То есть из первой локации два перехода, из этой, наверное, куда-то еще есть нужно... Ну, извиняюсь. Но нужна способность это делать. Так, хорошо. Нужны хилки в большом количестве. И еще улучшить можно. Блин. Это слишком круто, эта лопата.
Так, X4. Что-то мне это напрягает. Что-то это значит. Так. Блин, лопатой просто разрывает всех. Гиперлопата, тем более это еще лопата L. Улучшенная лопата. Так, красненькие, обеззелененькие. Классное объяснение. Красненькие или зелененькие? Блин, я опоздал на 48 секунд, офигеть! Вот это обидно. Так. Фиолетовый мне важнее. Блин. Нифига он не снял. Жестко. Но мы все молчать. А! У меня теперь лопата еще и кидает гранату, прикиньте. Это ж вообще пафос. В квадрате, ну да? Жестко. О, что-то новенькое. Наверное. Сова, открой! Сова не открывает. Слушайте, а может X4 это значит, что я в 4 раза больше урона получаю? Было бы жестко. Ледяная бомба. 4. Турелька 4. А, денег нет. Все, накапливаем сюда, возвращаемся. Вы ж прикиньте. Так. Лопата. А у меня есть лопата. Так, что лучше? Фиолетовый, наверное. Да нет, мне ХП нужно. Типа... Выживалка, это круто. Может, реген типа повысится. Я даже своими способностями не пользуюсь, остальными. Я просто бью. Постоянно. И чё тут ничего нет? Может, сова откроет? Сова не открывает. Так, погодите секунду. Мне кажется, сделать надо быстренько.
Так, все, продолжаем. Итак. Че, я не забыл, да? Судя по трупам был. Да, и судя по карте. Нифига их там сколько. Алло? Чего вас так много? Блин! Да, по мне больше урона проходит, офигеть! А как это снять? Я только что промахнулся. Блин. Я реально сдох. А ну брось от меня, у меня лопата. Какая-то поддержка. Теперь открыта. Бля, не достает до них. Фигово. Чё-то... Дважды перекрестный совок. Чё? Это чё-то покруче лопаты. Так, черный мозг. Мы снова дошли до босса. Ща-то он мне и наваляет. Так. Чё такое? А, мутация. С ближними расположенными скиллами плюс 68 ДПС. Офигеть. Так. А, кроссбоуматик. Это какой-то арбалет. Дважды перекрестный. Что-то жесть какая-то. Блин, двух хилок у меня не будет. Интересно, лопата поможет? Как от этого проклятия избавиться? Что-нибудь можешь предложить такое, чтобы меня сильно не били? Ну, ХП возьмем. Пускай будет. Блин, меня босс уработает. Ей-богу. Вот это вот проклятие непонятно откуда. Да чё у меня с голосом-то, а? Блин, 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 блин. Вы видели, сколько урона? Блин, не то. Один хп! Хлебай, родимый! Черт! А лопата... Лопата много урона наносила, да. Это было жестко. Я был близок. Если бы на мне этого проклятия не было. Слушайте, а может лопата мне проклятие выдавал? Ладно, народ, спасибо, что смотрели. Я, наверное, еще в эту игру как-нибудь поиграю. Мне понравилось, реально. Тут сегодня, типа, первый обзор был. Все дела. Спасибо, что смотрели. С вами был Рак не пушка. До новых встреч!